Радик, Радик, прикрой. Радик. Да я не слышу, чё? Знакомая ситуация. Да, обычные гарнитуры забивают ваше ухо, и вы не слышите то, о чем вас просят окружающие. Это минус, но он решаем. И сегодня мы поговорим о гарнитурах костной проводимости. Поехали! Итак, гарнитура костной проводимости Redcom BCH+. Сегодня на обзоре, правда, здесь у меня немного устаревшая версия, я потом расскажу, какие изменения в нее внесены на сегодняшний момент, их не так много на самом деле. Как работают подобные гарнитуры? Они передают звуковые колебания на височную кость, в которой есть пирамида, где расположен слуховой анализатор, и вот эти вот чувствительные клетки улавливают вибрации кости, и, соответственно, мы слышим звук. Слуховой проход при этом никак не задействован в получении звука, и мы спокойно можем слышать все, что происходит вокруг. Звучит очень обнадеживающе. Давайте посмотрим, как эта гарнитура выглядит, что она из себя представляет и как ее вообще удобно носить. Значит, первая плохая новость. С банданой носить это вообще неудобно. Но можно с банданой, если повязать бандану поверх гарнитуры, тогда будет нормально. Но единственное, что нам надо еще ведь надеть очки. Все одевается и все работает. Но с банданой, опять же, не очень удобно. Немного давит она на косточки вот здесь. Давайте лучше наденем кепку. Да, с кепкой гораздо удобнее, ничего нигде на виски не давит. И главное, что вы можете одевать защитные очки, и они никак не будут мешать носить гарнитуру. Это хороший момент. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Обод сделан из мягкого, гибкого черного пластика, но он нерегулируемый, а для того, чтобы плотнее зафиксировать гарнитуру, используется вот такая утягивающая резиночка. Простое решение, но работает отлично. Резинка обеспечивает эластичную фиксацию, и обод на голову не давит и при этом не пытается слететь. На ободе располагаются вибродинамики и встроенный микрофон. От обода до тангеты идет не очень толстый соединительный шнур, имеющий витой участок. Опыт эксплуатации гарнитур показывает, что наличие витого участка шнура положительно сказывается на надежности и долговечности данного провода. Приятная новость, данная гарнитура обладает высоким уровнем влагозащиты IP67. 6 означает максимально возможную защиту от проникновения пыли и твердых частиц. Индекс влагозащиты равен 7 из 9 возможных, то есть допустимо кратковременное погружение гарнитуры на глубину до 1 метра. Так что можете смело бегать с этой гарнитурой в дождь и кратковременно погружаться на 1 метр глубины. Сама тангета круглая, диаметром около 5 см, имеет защитный обод, сама кнопочка расположена в центре. Тангета опять же имеет влагозащиту уровня 67. Кроме подключения соединительных шнуров, тангета также имеет разъем для подключения выносной кнопки. Кстати, эту кнопку вы можете заказать в комплекте с гарнитурой, например, с креплением на палец или на петли Молли, но какого-то особого впечатления она не производит. Шнурок тоненький, кнопка пластиковая, обычная. Гораздо более интересным мне показался сам разъем для подключения кнопки. Мало того, что он имеет глухую заглушку с резиночкой, чтобы туда не попадала влага, так еще и при подключении кнопочки надо не только воткнуть штекер, но и немного закрутить на резьбе. Очень разумное решение, которое и обеспечивает высокую степень влагозащиты данного изделия. Тангета штатно крепится на небольшую пластиковую клипсу, которая подходит под петли Молли. Саму клипсу можно снять, она крепится на, сюрприз, велкро, которая в данном случае, что удивительно, обеспечивает очень жесткую и надежную фиксацию. От тангеты до радиостанции идет шнур очень приятной толщины. Вот в таком шнуре, я уверен, почему везде такое не сделать было, не совсем понятно. У него также есть витой участок. Как я уже сказал, это положительно сказывается на долговечности самого шнура и его контактов. Как правило, участок витого шнура как раз и является наиболее подвижным и избавляет от переломов и перегибов шнура. Но при такой толщине переломать или перегнуть этот шнур, это надо постараться. Тип разъема, который подойдет к вашей радиостанции, надо обговорить предварительно при заказе гарнитуры. Но в моем случае это стандартный разъем Kenwood, который отлично подойдет для моей радиостанции Baofeng. А вот на разъеме не хватает каких-то ребер противоскольжения, потому что в радиостанцию он втыкается очень плотненько и достать его порой проблематично. Чуть ли не плоскогубцами первый раз пришлось тащить.
Ну что ж, комплектация гарнитуры производит хорошее впечатление. Претензий у меня абсолютно никаких, разве что шнурок для выносной кнопки хотелось бы потолще. А вот шнуры самой гарнитуры толстые, с витыми участками и явно прослужат вам не один год. Мне очень понравилась конструкция тангеты, она удобная и порадовала наличие влагозащиты. Но давайте теперь посмотрим, как же работает эта знаменитая костная проводимость. Давай. Мое первое впечатление – разводилово. Такое чувство, что голос передается через совершенно обычные динамики, никакой костной проводимости тут нет. Но стоит заткнуть наружные слуховые проходы, и, о чудо, передача становится еще более громкой и разборчивой. И здесь уже никаких сомнений, действительно, друзья, здесь работает костная проводимость. Слуховой проход отдельно, а передача с радиостанции отдельно. Крутяк, мне понравилось. Потому что для нашего население это очень хорошая ценовая категория. И данная гарнитура укомплектована контактным микрофоном, который точно так же ваши голосовые колебания будет снимать с костей черепа. Насколько это хорошо работает, давайте посмотрим. Итак, вот передача без гарнитуры, а сейчас я включу гарнитуру. Ну что ж, друзья, я остался абсолютно неудовлетворен качеством записываемого звука через микрофон костной проводимости, но радость в том, что и производители тоже остались неудовлетворены и очень оперативно исправили этот косяк. И сейчас подобная гарнитура комплектуется микрофоном на гибкой штанге, и там уже обычный микрофон, безо всякой костной проводимости, который отлично записывает звук. Что приятно, это никак не повлияло на увеличение стоимости, то есть гарнитура по-прежнему стоит 7 500 рублей. И да, с одной стороны, это достаточно много для стрейкболиста, но не будем забывать, что это все-таки уже высокие технологии, это настоящие вибродинамики и прочее, и прочее. Я думаю, кому надо, тот себе, естественно, может это позволить, если захочет. Тем более, что по качеству исполнения лично у меня к этой гарнитуре никаких претензий нет, она действительно прикольная. Ну что ж, вот такой был обзор от команды Таганай. Надеюсь, было интересно. Если это так, ставьте большие пальцы вверх. Огромное спасибо недиванному эксперту, благодаря которому эта гарнитура попала ко мне на обзор. Было очень любопытно, я впервые столкнулся с настоящими гарнитурами костной проводимости, для меня это тоже было познавательно. Ну что ж, спасибо вам всем, что досмотрели до конца, скоро увидимся, всем пока!